Ребят, всем привет! Я сегодня на завтрак нам приготовил с Катей просто шедевральный шедевр. И поэтому я просто обязан его заснять. Я приготовил панини. Это почему моя идея была? Идея твоя, реализация моя, значит, приготовил я. Правильно? Правильно? Да. Тут, короче, смотрите, хлеб-бриош. Посередине два слоя авокадо, не растаявшийся сыр. Блин, а чего он не растаял? А тут растаял. А здесь растаял, да. О, тут вообще прикольно меняться. Вот у нас так будет. Мы как бы изначально запланировали. Давай тогда, может, тогда еще его подплавим. Давай. Тут где-то расплавился, а где-то нет. Такие. Просто положи там как-нибудь. О, у меня вот так. Оба. Ну, почти приготовил. Сейчас доготовится, не бойтесь. И мы будем кушать. Не бойтесь, не переживайте. Так, это что я выключил? Я выключил тостер, а эту штуку оставил. Вот дебил. Просто вообще. Так, а пусть он горит? Нет, все, он сейчас там нагретый, нормально уходит. Видишь, мой ого-го. Недочет исправлен. Да. Видишь, что он супер. Исправлен? Да, вообще супер-супер. Приятного аппетита. Спасибо. Я вышла на улицу и просто сразу ослепла. Так, знаете, сижу дома, как крот. Там темно, а тут светло. В общем, поедем сейчас за продуктами всей семьей. Я не могу открыть глаза. У нас сегодня пасмурно. Все небо в облаках. Ну и так, знаете, ветерок прохладный. Малышка спит. А мы в магазине. Давненько я тут не была. Ну именно вот тут я была, в этом отделе, а дальше не уже не ходила. Ну конечно же, авокадушку. Нифига помидоры какие большущие. Там огромные. Давно таких не было. Смотрите, что мы взяли. Свеклу. Да, здесь она маленькая у нас. Хотим сделать винегрет. Родители взяли, смотрите, целый мешок гранолы. И не знают, как пользоваться этим препаратом, аппаратом. Какой номер? Вот это? Enter. Неправильно номер ввели. Вот он. Странно. Номер правильно, а тут пишет, что неправильно. Решили пробить по-другому ценник. Ну, ценник такой же, но это написано кокос. Ну, просто почему-то. А тут вон еще манки такие. Вот это сделала. Мы все дружно захотели тайской еды. И я хочу приготовить кокосовый суп томка. Но у нас нет кокосового молока. Хочу здесь посмотреть, может быть, есть оно, нет. Потому что ехать за кокосовым молоком в китайский магазин как-то не очень хочется. Здесь вот такой вот азиатский отдел. И мне кажется, должно быть кокосовое молоко где-то. Так, но пока я его не вижу. Всякие соусы. А, вот, в самом низу. Нифига здесь оно насколько дороже. Мы покупаем по доллару. Так, я даже не знаю, какое взять, потому что фирмы мне неизвестные. Я всегда смотрю по составу, на самом деле. В составе должно быть просто кокос и вода. Вот этот гуар... Ой, не фокусируется. Вот этот... Я не знаю, что это такое. Он не очень. Но если других вариантов нету, то придется взять его. Потому что чаще всего добавляют везде его. Вот этот стабилизатор какой-то. Решила взять, попробовать два разных. Посмотрим, какой лучше. Массаж. А папа хочет сделать гуляш. Я скажу, чтобы он снимал это все на видео, потому что вы сказали, что вам нравится, когда не снимают влоги. И, кстати, спрашивали. Я уже, мне кажется, 100 раз на этот вопрос отвечала, едим ли мы мясо. Я ем только курицу и рыбу. Ну, иногда очень-очень редко я могу съесть какое-то красное мясо. В общем, поэтому чаще всего мы и едим курицу. Надо сейчас взять креветочки, наверное. Так, ну что, ты будешь снимать, как ты делаешь гуляш? Будешь. Вот такие вот они взяли еще котлетки. А мы с мамой их не едим, поэтому мы возьмем какие-нибудь креветки.
Вот такие вот, наверное. Так, надо размеры посмотреть. А я снова вернулась в этот отдел, чтобы взять вот этот вот соус тайский. Он очень вкусный. Вон сколько всего набрали. Много. Папа взял какое-то мороженое. Наверное, вкусное. Печенюшки. Открывай. Прикол. Шутка, шутка. Сейчас на крышу сяду и приеду. Смотрите, какая крутая машина. Что там написано? Я что-то не понял. Рус? Рус 164. О, так это наши чуваки. Наши чуваки, конечно. Офигенные. Мы уже все проголодались и решили заказать паттай домой. Я уже заказал, сейчас приеду забирать его. Смотрите, как они написали мое имя. И отдел. Я причем 74 раза повторил, как меня зовут по буквам прям. По типа P-A-V-E-L. А не P-A-D-B-M-L. И отдел. Вернулись домой, покушали. И сейчас настало время проводить эксперименты. У нас тут есть лимонная кислота. Есть чайник. Понимаете, да, что сейчас будет? В общем, там прям жестко накипь, я вам сейчас покажу, но слабонервным лучше не смотреть. Там прям такое ощущение, что чужой жил, короче, и свил себе просто там гнездо какое-то. Там прям очень опасно выглядит. Посмотрите на это. Ой. Ну, в общем, вы поняли, да? Там прям как бы жестко-жестко. Это очень опасно, надо все это срочно отмыть. В общем, посмотрим до-после. Так, еще разик. Я думаю, вот столько должно хватить. Здесь около 80 грамм. Что-то около того. А чайник 1,7 литров. Ну, я, наверное, не весь налью, а полтора. Вот, ну, короче, хватит. Вот, там сразу все шипеть начало прям. Чайник только включил. Ну, вообще просто налил воды, там начало все уже шипеть прям. Прикольно так наблюдать. Вот здесь, ну, накипь снизу все была. И так видно прям она, как ее разъедает. И она вон там шевелится вверх, такая поднимается. Так забавно. Ребят, ну что вы думаете, какой результат? Нам нужен новый чайник. На самом деле, видите, вся накипь ушла, абсолютно вся, вообще там ничего не осталось. Я в два раза вскипятил, но видите, там ржавчина внизу. Я думал, вдруг она тоже уйдет. Поэтому, кис, нам нужен новый чайник. Мы этот искали, я помню, блин, 4 месяца. Закажи, может, такой же где-нибудь. Ну да, кстати, прям вообще там так... Там так прям не очень, прям такие куски ржавчины какие-то. Я думал, там нержавеющая какая-то сталь, типа, чего это вообще, откуда. Но метод работает, ребят, берите на заметку. И спасибо всем, кто советовал нам лимонной кислотой почистить. Спасибо, спасибо. Помните, Катя показывала коробочки волшебные, которые родителям подарили? Это анализ, как бы тест ДНК на... Помоги. На происхождение. В общем, покажет он, этот тест покажет корни, точно, дерево их семейное. Какое дерево? В смысле, ну он пока... Откуда вы? Нет, происхождение. Все, он, в общем, покажет предков. Дерево, и кто там? Дерево, да, дерево, ребята, это не то, никаких деревьев, пустов. В общем... Просто покажет, допустим, скажет, на 30% ты африканец, на 20% китаец. Ну, а там африканцы сидят. Ну, в общем... Просто происхождение географическое. Географическое происхождение. Сейчас родители будут делать этот тест. Там все очень просто. Тест ДНК состоит из коробочки. Она так очень классно открывается. Здесь внутри лежал вот такой конверт. Это потом сюда анализы как бы надо будет положить. Здесь уже адрес написан и отправить заплатить. Потом, короче, салфеточка, сюда потом анализы складывать. И вот здесь две такие как бы ватные палочки, мизочку я такой поводил, в какой-то спиртик положил и отправил обратно. И потом вот по коду можно посмотреть, ну, короче, будут результаты. Не знаю, правда, когда. Первые бутылечки пошли. Здесь еще, ну, специально сделана какая-то черная метка, чтобы такой чик отломал, короче.
туда положил. Это как в фильмах показывают, там просто разик такие провели и все. А он нас заставил полчаса уже сидим. Да все, там все слюни уже собрали. Все вот сюда. Она отвинчивается. Угу. Опс. Все, и закрываем. Все, шик. У вас, наверное, возник вопрос, зачем родителям такой тест? Ответ очень простой, просто ради интереса. Кстати, есть еще один такой сервис, называется 23andMe, тоже тест ДНК. Но Стасия и Дима делали оба, и они сказали, что этот лучше. Ну и мы посмотрели там в телефонах, как выглядят результаты. И вот 23andMe, там вообще просто написано, что вы ржете? Там просто написана какая-то фигня, типа, ты русский, к примеру, я не помню точно. А вот... Не настолько точно, там просто как-то чуть-чуть написано, там два слова какие-то и все. А вот этот, MyHeritage, и здесь, там прям побольше написано в процентах, короче. В общем, через 4 недели будут результаты, и если вам интересно, мы покажем вам, откуда, из каких там... пигмейских племен они произошли. Чё? Пигмейские племена. Да по-любому якуты какие-нибудь. Якуты. А кто? Корейцы. Гоблины. Я когда заказывал новый чайник, наткнулся на картинку, где показана температура, точно с какой температурой и сколько минут нужно заваривать чай. В зависимости там зеленый, белый, черный там, и все такое. И мы любим чай, и мы 30 лет заваривали его неправильно. Ну, по крайней мере, я чаще всего просто кипячу, ну, на самый максимум ставлю температуру и тупо кипячу его. А так нужно делать только черный при 96 градусах. Начинается, допустим, зеленый, 85 градусов. Это у нас 185 по Фаренгейту. И у нас тут, видите, как бы кнопочка, кнопочки, ну и разная температура. Сначала идет какие-то деликатные чаи, я не знаю, что это такое, может там розы, там какие-то еще, нет, что-то типа того. Потом 175, есть тут что-то? Не знаю, короче, потом зеленый, белый при 190, потом улун, потом только черный при там 96 градусов. И, ну там все остальное, пуэр и там всякая фигня. Кстати, хербол надо при максимальной температуре 96 градусов, оказывается, заваривать, я не знал. Улунг зеленый при 85, по 4 минуты надо заваривать все. Короче, ребята, мы просто не умеем пить чай. А вообще, мы уже будем с вами прощаться. Всем хорошего супер-мега настроения и всем пока-пока. Машите все. Пока.